Евгеньевич, есть несколько вопросов к вам. Во сколько вы выехали сегодня на рейс вышли? Во сколько? В 11? В 11 дня? И направление какое у вас? Волочок. Еще раз. Волочок. Волочок. Вы пивали когда? Ничего не пил, я говорю. Плохо сердце стало, я взял. Ну смотрите, у вас имеется несколько признаков алкогольного опьянения, понимаете? То есть запах алкоголя из полости рта, шаткая походка, понимаете? Ну, правильно, велосердину я выпил, у меня... У вас, вы даже говорите, ну, заплетается язык, понимаете? Что у вас... Заплетается язык не потому, что я выпил. А почему? Потому что горло болит. Горло болит. Понятно. И вот когда вы выпили, говорите? Ну, половину подготовил. Что еще раз? Пол одиннадцатого. И после этого вы поехали в рейс, да? Ну, мне плохо сердцем стало. Да. Пошел. А почему плохо сердцем стало? Вы не отказались от рейса. А если вам сердцем плохо стало в пути и автобус попал бы в аварию, что было? Я думал, пройдет. Думали, что пройдет? В итоге ничего не прошло. Ну, что ж не остановились-то? Остановились, позвонили бы механику, правильно? Евгений Викторович, меня слышите, нет? О. Нарушения грубые у вас были до этого? Ну, понятно. 40 лет. Я смотрю, у вас все категории, да? Да. Понятно. Один рейс вы делаете? Ну, утром. Я еду. Я утром приехал, а потом обратно. То есть вы должны сегодня были еще обратно ехать? Ну да. Понятно. Не, ну я позвонил уже. Вы понимаете, сколько вы данные, то, что вы сегодня ехали? Следы тоже наблюдать. Снаряда на перевозку пассажиров, вот этих пассажиров, вписаны, да, от сегодняшнего числа данному водителю пришел. Часть ГИБДД поступило сообщение от пассажиров автобуса малой вместимости о том, что водитель, осуществляющий коммерческую перевозку по маршруту город Тверь, Вышний Волочок, управляет транспортным средством в состоянии опьянения. Значит, незамедлительно были ориентированы наряды ДПС в ходе обследования маршрута патрулирования на 190 километре автодороги Москва-Санкт-Петербург. Обращение сотрудников ДПС гражданам, которые находились у края проезжей части, было установлено, что они являются пассажирами данного автобуса, сели, значит, в городе Твери, собирались двигаться в направлении города Вышнего Волочка. По ходу движения пассажиры обратили внимание, что водитель имеет признаки опьянения, от него исходит запах алкоголя. Кроме того, он при движении засыпал неоднократно и создавал аварийно-опасную ситуацию. Значит, на 190 километре данный водитель остановился на восстановочном павильоне, вышел из машины и скрылся. Значит, сотрудниками ДПС совместно с гражданами был организован поиск данного водителя. И в направлении деревни Мермелина, где согласие, был обнаружен спящий мужчина с кожей по приметам. Значит, пассажиры узнали в нем водителя автобуса Ford, который ранее их вез. В отношении водителя был составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. То есть он водитель находился в неадекватном состоянии. Значит, кроме того, по базам ГИБДД данный водитель имеет 10 административных правонарушений, одно из которых было в июне этого года, это выезд на полосу встречного движения, является грубым нарушением правил дорожного движения. Значит, данный перевозчик является Трансавто, водитель имел сопротивный лист, выданный механиком. Значит, в соответствии с которым сегодня в 9 часов 35 минут водитель проходил предварительный медицинский осмотр. То есть водитель был допущен к управлению транспортным средством.
настоящий момент будет проводиться проверка по юрлицу, соответственно, и должностному лицу по пропускному.